Яна Старинакова родилась в Белоруссии. Участвовала в межнациональных конкурсах с 15 лет. В этом же возрасте переехала в Самару, где позже встретила своего будущего мужа. В браке Яна состоит 2,5 года. Недавно девушка решила поучаствовать в межнациональном конкурсе «Суперневестка Самары». Меня вся семья очень сильно поддержала, очень сильно мне все помогли. Мы все вместе готовили какие-то блюда, мы все вместе что-то делали, постоянно занимались, искали вместе мне платье, вместе готовили мне какой-то танец. То есть мне все помогали, вся семья, и это нас еще больше сблизило. Городской конкурс «Суперневестка Самары» проходит в 4-й раз. В этом году в нем приняли участие 10 девушек разных национальностей. Среди них были представительницы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Праздник организовали при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. И большая благодарность нашей организации «АКЖО» за то, что нас поддерживает город, администрация города, конечно, потому что это большой стимул работать дальше, естественно. Это большой шаг для нас по развитию наших отношений внутри Дома дружбы народов, потому что все-таки все равно мы оттуда все шагаем и знакомимся. И поэтому, конечно, такая поддержка, ну, это колоссально, дорогого стоит. Конечно, сами бы мы мало чего добились, и поэтому спасибо большое. На сцене конкурсантки показали любовь к своим народным обычаям, поделились рецептами традиционных блюд, дефилировали и танцевали в национальных костюмах. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.